Здание садика международной школы расположено в городе Душанбе. И уже 18 лет каждое утро открывает свои двери детям. В садике есть тренажерный зал, столовая, конференц-зал. В основе учебной программы DIS Kindergarten лежит международная программа обучения и развития детей Fieldwork Education International Early Years Curriculum, которая поддерживает ключевые области обучения с помощью комплексных поисковых и игровых подходов. Программа DIS Kindergarten предлагает не просто обучение на английском языке, но и формирование у ребенка ключевых личностных, эмоциональных и социальных навыков, которые пригодятся в школе. Все предметы проводятся на английском языке по системе обучения Великобритании. В садике есть все необходимые принадлежности для здорового физического и эмоционального развития детей. Душанбе International School. Стремление к совершенству –